как будто вытягиваешь себя из постели. Но не переходи так быстро. Майкл Джексон хотел уйти со сцены в 50 лет, но ушел из жизни. Прямо перед началом прощального тура. Он остался поп-королем навсегда. В июне этого года не стало отца Майкла, деспотичного Джо Джексона. Он создал Майкла как творческую единицу и разрушил его психику. Подавлял эмоционально, избивал. Правда, не тяжелыми предметами, вспоминал Майкл, а ремнем. В разговорах об отце Майкл умудрялся его оправдать. Майкл был добрым и сентиментальным, некоторые считают слишком. Мадонне в этом году исполнилось 50, и накануне своего юбилея поп-королева не могла не вспомнить поп-короля. Вы целовались? Мадонна рассказала, как пыталась соблазнить Джексона. Она провела у него ночь и сразу предупредила, если их отношения продолжатся, она не собирается жить с ним. Цитируем в этом Диснейленде, Неверленде, как его там. Майкл и правда создал из своего дома парк развлечений Неверленд. Его любимой игрой было сражение на водяных шарах. Лазил по деревьям. Песни любил писать, сидя на ветвях. Ты не лазишь по деревьям? Ты много упускаешь. В 93-м Майкл посетил Москву, выступал под проливным дождем. Во время его выступления лужи на сцене заботливо вытирали вафельными полотенцами. Время, по ее словам, не лечит. А сегодня Пэрис проведет время с бабушкой Кэтрин, мамой Майкла. Она жива, а сыну могло бы исполниться 60 лет. Did you ever stop to notice this crying earth is weeping? Sure.